Вот видно, какое мощное течение идет в ту сторону, напротив ветра. Привет всем! Опять выбрались на рыбалочку. Попробуем сегодня какую-то рыбу поймать. Вот, начнем с такого красивого места. Там уже посмотрим, как будет ловиться, чё почём. Ну что, увидим. Кстати, возле берега очень много маленьких медуз. Очень много. Ну, что-то маленькое поймали. Посмотрим, скумбрия, наверное. Не хочет сдуваться. Хорошая. Походу еще есть, но это поменьше. Так интересно приехать, отвести душу, рыбку поймал и все. Те, кто умеет и кто ходит, хотят готовить, и приехать и спокойно ловить себе на ужин, засолить, замариновать. Там, где есть одна, там и должна быть и другая, или вторая. Посмотрим. Ну, эта стайка только что зашла сюда, потому что перед этим кидал, и поклевок вообще не было. А сейчас на каждый бросок уже. Вот такая красота тут. Только как лучше подойти, такие камни. Возле самого берега взяла. Ну, вот такая красавица. Значит, рыбулькин тут есть. Будем пробовать его вылавливать. Еще одна рыбулька есть. Вот такая маленькая. Посмотрим, сможем добраться до ней или не сможем. Нет. К сожалению, так получилось.
Вот видно, какое мощное течение идет в ту сторону, напротив ветра. Попробуем покидать. Ну, может быть, и тут посмотрим. Тут такое течение, что не дает даже блесне на дно упасть. Да. Неприятно было бы упасть в воду сейчас. Ну вот, очередная рыбалочка подошла к концу. Сегодня что-то поймали, что-то не поймали. Сейчас идем в машину и поедем домой. В следующий раз, я думаю, что будем ждать погоду, когда будет хорошая погода, и чтобы могли выехать в море. Возьму лодку с мотором и поплывем в море. Попробуем там что-то поймать. В принципе, я знаю, как чего делать. Уже несколько раз бывал. Ну, посмотрим, как получится. Самое главное, чтобы была погода. Если не будет погоды, в море суваться нельзя. Это опасно. Так что так, будем ждать погоду. Как погода будет хорошая, так поедем. О. А там уже океан. Красота. На самом деле, канал будет не только про рыбалку. Есть всякие мысли в голове. Придумаем какие-то походы, что-то еще будем делать. Так что все подписываемся на канал, ставим лайк. Напишите комментарии, как у вас прошла последняя рыбалка. И увидимся. Пока.